Hello everybody! И в этом видео я хочу показать, какие автомобили можно приобрести на аукционе Copart до $2000. Сколько можно на этом заработать? Будет два примера. Итак, смотрим первый автомобиль. Вчера на аукционе Copart я выиграла автомобиль Toyota Camry 2009 год за $2000. Copart взял комиссию $523. Я оплатила это все дело в банке. И сейчас едем на площадку Copart забирать автомобиль. Так, и вот у нас встреча с автомобилем. 182 тысячи пробега. А вот и ищу. Колеса все стоят не так, как надо. Салон. Салон чистенький, аккуратненький, аж не верится. Машина 2009 года. Вообще очень неожиданно. Два ключа, но не запускается. Сейчас будем просить бустер. Проба. No, dead. Так, приехали делать развал схождения на СТО. Нам сказали, это стоит $104 before tax. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Toyota Camry 2009 год, пробег 182 тысячи миль. Автомобиль выиграли за $2000, Copart взял комиссию в размере $523. В машине была неисправность ходовой части, скорее всего был удар об бордюр, так как развал по правой стороне был в плюсе. И для того, чтобы не менять кучу запчастей, распилили ушки амортизаторов и сделали правильный развал с помощью вот такого устройства. Также сзади была погнута тяга схождения, сняли, отрихтовали, установили на место. Заменен задний ступичный подшипник в сборе, отрегулирован развал схождения, куплены ковры. Сразу показываю следующий автомобиль, такого фэнси цвета. В салоне, конечно, нужно будет поработать, особенно мне нравится потолок. И здесь кто-то красил ногти наверняка. Так, здесь все будет вымываться, химчиститься. Stop that I'm lazy.
День первый, работа кипит. Наш салон уже там. No need to fight against the feelings, because the life is not depressing. I no need to fight against the feelings, because the life is not depressing. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay. Just take it easy, cause there's no stress. I know it's not an awful crime, something special's in my mind. Nothing's gonna cost me this stress. I text my baby on her phone, try to get a sexy body home. That's the way I wanna spend my day. Got to find an alibi, cause I don't wanna waste my time. I don't wanna feel this rest. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, think I'm just crazy. It's not that I'm lazy, I'm just crazy. Здесь с нами приключилась незапланированная история. В автомобиле отсутствовало зеркало заднего вида. Хотели его прикрутить, и треснуло лобовое стекло. Пришлось купить на разборке целое, срезать старое и приклеить новое. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux flingue, ton rock, baby. Итак, Chevrolet Sonic, 2012 год. Пробег 129 тысяч миль. Был выгружен за $1175. Копарт взял комиссию в размере $348. Также было куплено лобовое стекло вместе с зеркалом за $115, клей за $13 и набор для срезки стекла за $25. Итак, по финальной стоимости Toyota Camry у нас получилось $2735. Подобный автомобиль на маркетплейсе продается от $4500. А по Chevrolet Sonic у нас получилось $1700. Его в легкую можно продать за $4000. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Дальше будет еще интереснее.